Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» на пятом месте в турнирной таблице завершила первый круг чемпионата Беларуси. В заключительном туре подопечные Сергея Цыганкова проиграли гродненскому «Кронону» на его паркете 25-29. В первом круге «Гомель» в 5 матчах набрал только 2 балла, возглавляет таблицу БГК имени Мешкова. Брещане в центральном поединке круга в гостях с минимальным преимуществом обыграли столичный «СКА» 33-32.